Добрый день, уважаемые любители футбола, на практике ПФЛК ТВ в прямом эфире матч предварительного раунда Кубка Казахстана. Рузаевка играет. Третий капитан команды Даурен Суюнов, шестой Константин Кавакиди, одиннадцатый Максим Фоменко и четырнадцатый Алексей Асмир. Что касается ЖТСУ, то, естественно, команда после вылета в первую лигу, там, правда, как я уже говорил ранее, несколько лет Сабырхан Ибраев уже выступает в первой лиге. Вот сейчас хороший момент. Харамсов замешкался с мячом. И Алексей Шакин оказался расторопнее. Снова Шакин. Будет ли прострел? Там Харамсов открывается. 1-0. Все-таки добивается своего ЖТСУ. И усиление именно команде второго эшелона. Вот еще раз посмотрите, как Алексей Шакин здорово прострелил. И оставалось только ногу подставить Олегу Храмцову. Там защитники не доглядели. Балдабеков. Балдабеков подает на Тараса Данилюка. Тот, в свою очередь, на Храмцова удар Сабырхана Ибраева. И Огаю, имеется в виду, он выступал в Тоболе и в Кайсаре. Подача на Люштангу! Кавакиди готов помочь Султан Кульмагамбетов. Следует подача! Кульмагамбетов к ней подключается. А вот сейчас хороший момент организовать контратаку. Решил перебросить мяч. Решил перехитрить голкипером Рузаевки. Подача! А вот есть... Итак, подача! 1-1. Все-таки Рузаевка смогла. Я думаю, что вполне могли бы активнее играть семереченцы в первом тайме, но забили только один гол и этим довольствовались. Вот посмотрите, как Денис Калинин здорово разыграл. Там кто-то из... Удар по воротам. Ох, здорово! Пробичев, в свое время тренировавший молодежную олимпийскую национальную сборную Казахстана. Опасность для того, чтобы поразить уже угол ворот. Там. Шакин вынес мяч далеко в направлении Олега Храмцова. Выскочил из ворот голкипер Рузаевки Айдос Аскара. Самоотверженно сумел набрать более-менее приличную форму. И не выглядел. Магомбетов, а также в Фейсбуке и ВКонтакте, на официальных страницах профессиональной футбольной лиги. Открываются там сразу три партнера. Алексея рядом. Данилюк подает на штангу. Рифат Нурмагомед, и все-таки 2-1 вырывает победу, угадывает Дмитрий Огай. Вот еще раз посмотрите. Там Нурмагомед скидывал мяч на Сердюкова, и тут вблизи, практически в упор головой, расстреливал ворота Айдоса Аскарова. Что ты думаешь своей головой? Поднимай ногой! Дай ты там в зону, пускай он бежит! Что ты качал? Ты успехов команде Серика Абдуалиева. Что касается ЖТСУ, то...